пойдемте, выключим свет на балконе и вставим его в розетку. Вы видите, что происходит? Вот он как считает, что потемнело, да, и он сразу включается. То есть вот я выключаю свет, а он им светит. Вы знаете, достаточно приглушенный, хороший, не режущий глаза ночничок. Да, в детскую будет, ну, по-моему, самое то. Свет включили, бах, ну, тут же выключился. Довольно простенькое качество, при всем при этом, по-моему, очень даже неплохо. Здесь у нас находится фотоэлемент и очень неплохой ночник. Для тех детишек, которые боятся темноты, будет самое то.